Сложновато, конечно, говорить «доброе утро» в текущей ситуации. Так что здравствуйте, будьте здоровы и, надеюсь, у вас все будет хорошо. Прежде чем начать наши обычные разговоры, я хочу все-таки выразить соболезнования и выразить солидарность со всеми людьми, кто пострадал в ужасном, кошмарном террористическом акте в Крокус-Сити-Холл. Надеюсь, что у вас будет все хорошо настолько, насколько это возможно. Ну, а мы в нашей дальнейшей программе все-таки постараемся сосредоточиться на нашей тематике, на рынке труда, на внутрикоме и на той части экономики, которая неизбежно влияет на нашу профессию. Итак, мы с вами отключаемся от наших печальных событий и переносимся через океан в Аргентину, потому что там события не менее печальные. Всех уволим. Примерно так, скажет или уже сказал новый президент Аргентины Хавьер Милей. Потому что в ближайшее время он намерен уволить примерно 70 тысяч госслужащих. Как утверждается, подобные меры необходимы для корректировки бюджета страны. Соответствующее заявление он сделал на форуме, на закрытии форума латиноамериканских экономистов 26 марта. Мы уволили 50 тысяч госслужащих, их контракты будут расторгнуты, а теперь мы уволим еще 70, сказал он. По словам Милея, власти уже ликвидировали около 200 тысяч социальных программ, реализуемых нерегулярно. Хавьер Милей, вступивший в свою должность в декабре прошлого года, назвал ситуацию в Аргентине критической и представил пакет реформ, которые вызвали ожесточенные протесты в стране. Подписал чрезвычайный указ, которым запустил более 300 реформ по либерализации экономики и предполагает серьезное сокращение государственных расходов. Ну, как говорится, поживем, увидим. Переползаем в экономику. Застрахуем и ваши, и наши. Так могли бы сказать крупнейшие маркетплейсы нашей страны. Озон планирует запустить собственную страховую компанию во второй половине этого года. Валберес также рассматривает возможность выхода на этот рынок. И, как мы догадываемся, и другое связано в первую очередь с очень большими рисками, которые существуют в этом бизнесе. Ну что же, будем надеяться, что эта работа им удастся. Больно дорого утекает, так могли бы сказать наши банкиры. Недавно представители банковского сообщества обратились к властям с просьбой отказаться от введения оборотных штрафов за утечку информации. А мы с вами знаем, что вообще, грубо говоря, в эпоху цифровой экономики все становится прозрачным. Ну а в нашем богоспасаемом Отечестве любые данные из любых баз, если хорошенечко поискать, можно найти. Так вот, банкиры считают, что оборотные штрафы, то есть наказание за то, что данные их клиентов утекают на рынок, это слишком суровое наказание. И считают, что такая мера будет дискриминационной, поскольку, вот, например, у государственных учреждений нет оборота, и значит, наказания такого не будет. В общем, речь уже идет не о том, как предотвратить утечки, а о том, почему мы платим, должны платить за это больше, а другие меньше. Дорого яичко Христову дню. Как никогда эта фраза сегодня к месту. Производство яиц в России падает 6 месяцев подряд. И хотя после предновогоднего ажиотажа
Нам всем обещали, что ну теперь-то с прилетом яиц из дружественной Турции, Ирана и других не менее чудесных мест, а также с подъемом цены ситуация, конечно, наладится. Но не тут-то было. По итогам января-февраля выпуск яиц сократился на 1,8% год к году, до 6,1 миллиарда штук. Это эксперты связывают с последствиями вспышек птичьего гриппа. А некоторые несознательные комментаторы связывают это с тем, что прошлой осенью определенные чиновники в Министерстве сельского хозяйства повелели нарастить продажу курятины. И некоторые очень исполнительные руководители производств отправили под нож огромное количество несушек. Но это не более чем слухи и сплетни. И, конечно, мы им не верим. Торговые сети пока не видят снижения предложения, не видят влияния, не видят связки между объемом поставок и ценой. То есть, строго говоря, цены растут, а производство яиц не растет. Хотя, казалось бы, должно было бы это стать более выгодным. Но курей-то где взять? Участники рынка ждут, что показательным для отрасли станет период Пасхи, когда, как вы знаете, все наши люди, поголовно воцерковленные и нет, считают своим долгом отварить и покрасить яйца. Пусть горит не зря, так говорит Мосэнерго. Ой, извините, ребята, Минэнерго, потому что Мосэнерго это в Москве, а Минэнерго это по всей стране. Так вот, Минэнерго решила предложить населению принять участие в программе по снижению спроса на электроэнергию. Вот мне, честно говоря, очень интересно, как они собираются добиться того, чтобы спрос на электроэнергию снижался со стороны населения, но тем не менее креативные идеи есть, креатив бьет. Например, предлагается нашим согражданам выключать бытовые приборы в определенное время, выключать, там, я не знаю, крупные источники энергопотребления, всякие там электрокотлы обогрева, кондиционеры, электрические духовки и тому подобное. Это, по идее, должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. А для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, взамен получив вознаграждение. Спойлер, друзья, вознаграждение вы получите один раз, а тариф предприятий, который на треть выше, получите навсегда. И вообще как-то мне это странно, потому что Россия все время гордилась тем, что она один из крупнейших производителей электроэнергии в мире, кою электроэнергию мы продавали налево, направо и по всем границам, потому что в отличие от нефти и даже газа, электроэнергию в коробочку не спрячешь. Сколько выработал, столько надо и потратить. Вопросики возникают, друзья. Может быть, мы стали меньше вырабатывать электроэнергии? Аналитики сомневаются, что подобные программы помогут снизить потребление и предлагают выходить в социальные сети и запускать со стороны Минэнерго программы по привлечению молодежи и экоактивистов через мобильные сервисы. Так что, кто этим занимается, ждите, ребята, на тендерах скоро будут контракты. Теперь пора посмотреть на наше здоровье. Лечимся по-всякому, могут сказать наши дорогие сограждане.
За первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 миллиона упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости», со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group. По данным аналитиков, это рекордный показатель за последние годы. По сравнению год к году, то есть с прошлым 23-м годом, продажи выросли на 45% в денежном значении и на 33% в натуральном. В прошлом году за первые 11 недель было продано только 2,7 миллиона упаковок, и обошлось это нашим согражданам в 2 миллиарда рублей. Ну, теперь мы точно знаем, куда утекают возросшие зарплаты. А на фоне вот этого всего растет спрос на бесплатную и платную медицину. По крайней мере, по данным аналитического ресурса Чек-Индекс, компании-платформы ОФД, на фоне повышения доступности бесплатной медицинской помощи одновременно растут объемы медицинских услуг за деньги. Самыми востребованными платными медицинскими услугами стали лабораторные анализы, консультации врачей общей практики и диагностические исследования. Ну, например, ультразвуковая диагностика или магнитно-резонансное сканирование. Как видите, никаких уникальных операций, имплантаций или тому подобное, и даже не стоматология. Возникают вопросики, друзья. Как же так? Бесплатная медицина стала более доступна, а в это же время граждане пошли делать анализы, обращаться к врачам общей практики и делать банальное УЗИ за деньги. Что-то, мне кажется, тут не вяжется. В Минздраве в ответ на это подчеркивают, что бесплатная медицинская помощь становится доступнее, размер ее финансового обеспечения в 2023 году вырос на целых 9,1% по сравнению с 2022 годом. А для пациентов имеет значение скорость обслуживания и комфортные условия, поэтому они идут в платные клиники. Да, друзья мои, когда вы болеете, вам надо лечиться сейчас. И нет, постоять в очереди 2 недели на анализы нифига не работает. Потому что через 2 недели вы либо вылечитесь, либо помрете, и анализы вам будут как-то ни к чему. Яндекс.Маркет порадует нас скорости одежды под собственными торговыми марками. Яндекс.Маркет, который продает на своей площадке товары ушедших с российского рынка брендов, в частности шведской H&M, решил запустить одежду под собственными торговыми марками. Так, компания регистрирует бренды Tame, Mute и Human Form для взрослой и детской одежды в среднем ценовом сегменте. Другие маркетплейсы, стремясь увеличить долю на быстро растущем рынке онлайн-продаж одежды, также создают свои линейки. Но, как оказалось, этот опыт был успешным не для всех. Например, Wildberries уже сходила в эту сторону и вынуждена была отказаться от такого проекта. Ну что же, мы с вами изучили историю про хлеб, пора взглянуть и на зрелище. А скоро взглянуть будет не на что, потому что кинотеатрам не хватает контента. Представители креативных индустрий и Союз торговых центров предложили Минэкономике, то есть Министерству экономики, запустить федеральный проект по производству до 2030 года дополнительно 550 российских фильмов.
с общим бюджетом порядка 200 миллиардов рублей. Ну, если мы с вами поделим 550 на 5, то примерно предполагается по, поправьте меня, по 110 фильмов в год. Ну, наверное, где-то так. Участники рынка отмечают, что пока отечественные картины и по качеству, и по количеству не могут заменить иностранные. А кинотеатры, которые выступают якорными арендаторами торговых центров, закрываются. Людям просто нечего там смотреть. А вот реализация этого плана фактически удвоила бы выпуск кино в Российской Федерации, и привела бы людей снова в кинотеатры и торговые центры. Коммерсант ознакомился с письмом ОНО «Развитие Центра креативных индустрий» и Союза торговых центров. Этот союз объединяет Россию, Белоруссию и Казахстан. А само письмо было адресовано Максиму Решетникову 19 февраля. Авторы предлагают правительству поддержать выпуск фильмов, и утверждают, что это позволит избежать масштабного кризиса в ряде отраслей креативной экономики, в том числе в кинопроизводстве. Ну, а теперь о наших буквально близких и родных. «Хедхантер. Возвращение». Так можно назвать очередную серию экономического триллера, который переживает эта компания. Акционеры Headhunter Group проголосовали за редомицеляцию, ну, попросту говоря, за возвращение на родную территорию компании с Кипра. И компания эта отправится в специальный административный район Калининградской области, где действует особая экономическая зона. И именно там будет зарегистрирована. За редомицеляцию отдали 20,9 миллиона голосов против всего 2,7 миллиона, а воздержались около 4 тысяч. Ну, собственно, даже ни о чем. Я так понимаю, голоса считаются по акциям. А на этом фоне депозитарные расписки Headhunter Group на Мосбирже выросли на 2,4%. Ну и пора нам с вами отправляться на изучение высоких технологий. Отечественный значит отличный. Ну, по крайней мере, так считают ВК, Ростелеком, Росатом, МТС. Все они подтвердили, что очень заинтересованы в покупке отечественных разработчиков операционных систем. По данным Коммерсанта, среди потенциальных приобретений такие компании, как Базальт СПО, Red Soft, группа компаний Astra и НТЦ ИТ Росса. У нас в школе неоднократно учились ребята из этих компаний, поэтому, если вы слышите, друзья мои, то да, вполне возможно, скоро за вами и за вашими акциями будут охотиться отечественные гиганты. Очевидно, они предвидят взрывной спрос на отечественное программное обеспечение. И не просто программное, а именно операционных систем. Мир по-прежнему будет доступен. Ну, по крайней мере, так нас уверяет Национальная система платежных карт, НСПК. Они сообщили, что сервисы Мирпэй и Сберпэй останутся доступными для скачивания в магазинах Рустор, App Gallery и других магазинах, которые создали отечественные разработчики. Ранее приложение Мирпэй исчезло из Samsung Pay и из Google Play. Но у нас с вами есть наши отечественные магазины для скачивания мобильных приложений, которые, безусловно, решат
эту ситуацию. А Яндекс продолжает успешно разделяться, как та самая инфузория туфелька. Материнская компания Яндекса, нидерландская компания Яндекс НВ, планирует завершить первый этап сделки по продаже российских активов консорциуму инвесторов до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба компании. Компании также добавили, что получили все необходимые разрешения и документы. Российский бизнес будет продан за 475 миллиардов рублей. Сопоставим это с теми деньгами, которые россияне заплатили за антидепрессанты буквально за один квартал. И возникают вопросы, то ли у нас Яндекс такой дешевый, то ли антидепрессанты такие дорогие. После завершения сделки головной компанией станет МКП АО «Яндекс». Оно сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Яндекс НВ, кроме зарубежных стартапов, таких как Небус, Толока, Аврит, Трипл Тен и дата-центра в Финляндии. Ну что же, а мы с вами отправляемся на рынок труда. И на рынке труда, безусловно, самой горячей темой являются работники, а вернее их отсутствие, ну или дефицит. Поэтому сегодня у нас с вами есть две ключевые темы. Это мигранты и это производительность труда. И таки у нас есть новость и на ту, и на другую тему. Набирать будем организованно. Министерство труда и соцзащиты России предложил назначить оператором организованного набора трудовых мигрантов, кого бы то думали, госкомпанию «Работа в России». Совместно с Рострудом это ведомство разработало проект указа президента о регулировании работы компании, сообщило агентство ТАСС, пресс-служба ведомства. Работа в России станет государственным кадровым агентством и будет заключать соглашения с работодателями, которые нанимают мигрантов в рамках организованного набора. Ну, то есть тогда, когда компания размещает заказ на определенное количество специалистов того или другого профиля на определенных условиях, на зарубежных, там, я не знаю, биржах труда или как у них это там называется, то есть официально как бы люди проходят отбор еще у себя в стране, приглашения получают и приезжают сюда организованно. То есть мы сейчас не говорим о тех, кто оказывается курьерами, там работает на рынке или подметает ваш скверик. Так, компания «Работа в России» будет отвечать за реестр работодателей, помогать им с подбором сотрудников и проводить мониторинг занятости мигрантов. Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом их квалификации, а также исключить ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов выходит на открытый рынок труда, пояснили в Министерстве труда. Работа в России должна следить за нарушениями режима пребывания иностранных граждан у работодателя, а также за соблюдением трудовых прав. Ну, в общем, это начинает напоминать историю про приезд по трудовой визе куда-нибудь в Великобританию или Соединенные Штаты, где работать без трудовой визы ты не можешь. А если ты занимаешься чем-то за пределами трудовой визы, вот конкретного этого соглашения с работодателем, то, по идее, тебя быстренько выдворяют из страны. Правда, совершенно непонятно, как это сочетается с колоссальным дефицитом
как бы трудовых ресурсов на открытом рынке, а также с той политикой, когда наше государство через 9 месяцев пребывания в стране дает мигрантам, ну, по крайней мере, из ближнего зарубежья ПМЖ, а затем часто и гражданство по ускоренному режиму. Ну, то есть, как бы такое ощущение, что одна государственная голова не очень понимает, чего делает другая государственная голова. Минтруд считает, что оргнабор должен стать приоритетным механизмом трудовой деятельности, осуществляемой иностранцами. По задумке Минтруда, если работодатель расторгает трудовой договор с таким иностранцем, нанятым по целевому набору, тот будет обязан выехать из Российской Федерации в течение 30 дней, либо заключить договор с новым работодателем. В ведомстве считают, что таким образом компании получат дополнительную защиту, потому что они понесли финансовые потери, привозя сюда работника, оформляя его документы и адаптируя его. Правда, я не понимаю, что ему мешает уйти со стройки или с завода и устроиться вполне официально работать таксистом или курьером. Но вот, тем не менее, подобные мысли бродят у них в голове. Но это бы полбеды. После теракта в Крокус-Сити-Холле иностранные рабочие попали под пристальное внимание. Правоохранительные органы организовали проверки компаний потребительского сектора и стройиндустрии, где на долю иностранных рабочих приходится заметная часть персонала. По крайней мере, так сообщают новостные агентства. После такой проверки, произошедший 27 мая, ой, марта, извините, на складе Валберес в Подмосковье, были задержаны 38 человек. И это только одна из этих проверок. Для бизнеса, строго говоря, нарушения при приеме на работу мигрантов чреваты очень серьезными санкциями, вплоть до штрафа в 1 миллион рублей за каждого нелегально трудоустроенного иностранца. Или приостановкой работы всей компании на 3 месяца. Но быстро отказаться от трудовых мигрантов наша экономика не может, потому что мы, как известно, просто зависим от иностранной трудовой силы. Ну, может быть, теперь их всех будут оформлять официально. Ну, а теперь, друзья мои, давайте поговорим о втором факторе, который оказывает давление на рынок труда. Помните, мы с вами говорили, что в условиях дефицита трудовых ресурсов один из немногих способов как бы сделать результаты компании лучше – это повышение производительности труда, то есть повышение эффективности труда. Но, как оказалось, не так все просто. Потому что по исследованиям ученых и аналитиков, производительность труда и производительность компаний – это один из самых очевидных двигателей неравенства. Повышение производительности труда очень быстро ведет к большей разнице в зарплатах работников внутри одной и той же компании. К такому выводу пришли, например, американские экономисты, которые обработали данные Бюро переписи населения США. Как объясняют исследователи, разница в зарплатах была результатом более высоких темпов прироста оплаты труда у руководства таких фирм, а также у высококвалифицированных сотрудников определенных групп профессий по сравнению с линейными сотрудниками. Так, удвоение производительности отражалось ростом заработка работников среднего звена на 9-12%. А вот доход руководства той же компании вырастал сразу на 15%.
По оценке авторов работы, это связано с использованием активной политики поощрения работников в такой компании, выстроенной на большой части бонусов, премиальных выплат за выполнение задач по итогам квартала или года. Ну, надо заметить, что этим грешат не только американские компании, но и большинство успешных бизнесов, которые работают в нашей стране, оплачивают руководство, высший менеджмент именно таким образом. Ну, даже начиная со среднего менеджмента. Большая часть бонусов, дополнительных выплат рассчитывается по итогам квартала и года. Поэтому да, если производительность растет, то премиальная часть этих людей тоже растет. При этом, как отмечают исследователи, дальнейшее повышение производительности труда, к которой стремятся все компании, только будет усиливать вот это вот неравенство в зарплатах. Рост производительности с 80 по 13 год, по их оценкам, обеспечил 40% прироста вот этого вот разрыва между наиболее высокооплачиваемыми работниками и работниками линейными со средней зарплатой. В России ситуация аналогичная. Максимальная внутрифирменная, ну то есть внутриорганизационная разница в зарплатах существует в крупных компаниях, в таких отраслях, как нефтедобыча, промышленность, финансы и IT. На их услуги есть спрос. Это поощряет работодателей использовать бонусную схему, чтобы работники трудились активнее и интенсивнее. Опять же, чем крупнее организация, тем с большей вероятностью, что в ней помимо линейного персонала, который обеспечивает основное производство, есть вспомогательные службы с небольшими фиксированными зарплатами, слой среднего менеджмента и слой высшего менеджмента, который, по идее, отвечает за увеличение производительности и получает премии за увеличение этой самой производительности. Так как же, собственно, обеспечить эту самую производительность? Как обеспечить ее рост? По ожиданиям Минэкономразвития, на промышленных предприятиях в ближайшее время он настанет. Эксперты надеются на положительный исход реализации одноименного нацпроекта. Однако трудность заключается в том, что привить всем сотрудникам одномоментно производственную культуру крайне тяжело. И вот аналитики считают, что толчком должна стать конкуренция. Движение от конкуренции к производительности и обеспечит более надежный источник заработных плат. Ну, собственно, мы возвращаемся туда, откуда уехали. Если говорить про ситуацию на рынке труда, то сейчас рост зарплат – это следствие гонки за людьми в условиях дефицита кадров. Любая бизнес-структура всегда заинтересована в первую очередь в росте производительности труда, а не в раздувании штата. И это вовсе не обязательно связано с конкуренцией. А с чем это связано? Ну, то есть, зачем вам работать производительнее? Ну, наверное, чтобы повышать эффективность ваших вложений и получать большую маржу. Как-то других причин мне в голову не приходит. Повышать производительность именно за счет увеличения нагрузки на сотрудников. Это бесперспективный вариант, считает Алексей Миронов, операционный директор компании «Анкор». Поэтому актуальные подходы для решения этих проблем – внедрение современных технологий и перераспределение бизнес-процессов. В результате такие работодатели могут платить более высокие зарплаты сотрудникам за более квалифицированный труд. Но, опять же, это следствие изменений в бизнесе, а не самоцель, говорит Алексей Миронов. Ну, в общем, можно, конечно, сколько угодно повторять велеречивые рассуждения, но суть остается та же.
при дефиците кадров и стремлению компании выжить, рост производительности труда – это единственное, что ее может спасти. А вот дальше о том, как распределяется вознаграждение за растущую производительность, вот здесь вот хорошо было бы подумать и HR, и менеджменту. Рисков становится меньше. Наконец-то вздохнули россияне и утерли пот со лба. Ну, по крайней мере, в отношении работы. Потому что, согласно исследованиям, большинство работающих россиян стало более оптимистично оценивать свои риски, связанные с работой. По данным исследовательского агентства РАМИР, россияне стали гораздо реже думать, что их уволят, что они не смогут найти новую работу, что им не выплатят зарплату или они попадут в вынужденный простой или неоплачиваемый отпуск. Да, сюрприз. Пока еще экономика на военном кейнсианстве растет, а людей не хватает, эти риски действительно снизились. Согласно исследованию, женщины и молодые работники менее склонны тревожиться из-за работы. Наиболее низкая доля людей, опасающихся увольнения, была зафиксирована на Урале. 21%, на Северном Кавказе 24%, а самое высокое на Дальнем Востоке и в Сибири. В целом эксперты связывают снижение тревожности с общим состоянием рынка труда. На этом фоне есть еще одни интересные данные, которые подоспели нам согласно исследованиям РИА Новости. Ой, да, РИА Новости. Лидерами по уровню зарплат в небольших населенных пунктах, не в мегаполисах, стали северные и дальневосточные регионы. Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа и Магаданская область. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью и сосредоточены вокруг месторождений. То есть, собственно говоря, вот эти вот небольшие населенные пункты, они являются местом проживания работников добывающих отраслей. И здесь зарплата подросла прям хорошо. Чистая средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составила 128 тысяч рублей в месяц. Ну а замыкают этот рейтинг по росту зарплат, в том числе в небольших и каких-то таких вот, как это сказать, малых населенных пунктах, по-прежнему Республики Северного Кавказа. Ну что же, фишек у нас, пожалуй, сегодня с вами не будет. На этом мы с вами попрощаемся и пойдем повышать производительность труда в тех компаниях, где мы работаем. Надеемся, что на следующей неделе у нас с вами будут более веселые и оптимистичные темы для разговоров. На этом у меня сегодня все. Увидимся и услышимся через неделю.